услышать каждого. Председатель Совета Республики Наталья Качанова провела в Бобруйске прием граждан. Помочь в решении этих вопросов. Что волнует белорусов? Курс на инновации. Губернатор с рабочим визитом посетил Легпромразвитие. Я хочу только сказать слова благодарности. Что продемонстрировали главе региона? «Не влезай, убьет». Западные деструктивные центры попытались взломать базу данных госструктуры. Государство наше реагирует на эту проблему. На что нарвались. А также международные переговоры и, главнее всего, погода в доме. Международные синоптики устрашают общественность. В чем дело? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Встреча за встречей. В Казани продолжается саммит БРИКС. Александр Лукашенко принял участие в международных переговорах. За круглым столом глава государства озвучил предложение на предмет того, что белорусская сторона может привнести в работу БРИКС. Президент отметил, наша страна – традиционно эффективный и ответственный партнер. Кроме того, географическое положение в центре Европы, опыт и достижения позволяют уверенно заявлять, синеокая станет важным пазлом в складывающемся образе будущего организации. Позвольте обозначить лишь несколько направлений, в реализации которых мы можем сыграть определенную роль. Первое – безопасность. Взаимное уважение, неделимая безопасность, гарантии странового развития без конфронтации и противоборства – те принципы, на которых необходимо строить наш новый миропорядок с нашей точки зрения. Второе – устойчивое развитие. Для многих стран глобального большинства, как и для нас, особенно актуальна задача построения устойчивых, экономически самодостаточных государств при отсутствии больших запасов природных ресурсов, географических и климатических преимуществ. Беларусь с этим справляется. Мы готовы предложить свой исторический опыт, как стать сильнее самим и сделать сильнее других. Второй день также богат на укрепление старых и налаживание новых связей. Александр Лукашенко встретился с президентом Ирана и премьер-министром Вьетнама. Стороны обсудили систему взаиморасчетов, совместные предприятия, туризм. Белорусский лидер порекомендовал проекты по производству техники. Александр Лукашенко отметил, начать можно со сборки, так как это будет выгодно обеим странам, а также государствам, в которые будут оформлены поставки. Помочь и направить. Председатель Совета Республики Наталья Качанова провела личный прием граждан в Бобруйске. Земельные, законодательные, семейные вопросы. Список тем, обратившихся, обширен. Могилевская, Минская и Гомельская области. Граждане, которые записались на прием, приехали из разных уголков страны. Каждого Наталья Качанова выслушала, дала соответствующие поручения сразу на месте. Вместе с тем, окончательные ответы обязательно будут в течение месяца. Связывались, 8 октября была прямая телефонная линия. Пообщались в общем, ну, такое, в общем по вопросу и, ну, собственно, договорились, что вот будет личный прием, можно будет посетить на личном приеме, ну, чуть более развернуто поговорить. Здесь и сейчас при рассмотрении большинства вопросов для дополнения и получения распоряжений на прием были приглашены должностные лица всех уровней, от органов местного управления до республиканских. Такой формат, как показывает практика, наиболее продуктивен. Вопросы в рамках проведения единого дня приема, они типичны, они, как правило, житейские, простые, которые волнуют людей. Может быть, они не глобально масштаба, но они жизненно важные для людей. И каждый сенатор и в ходе каждого приема Совет Республики старается решить, помочь в решении этих вопросов. 24 октября, напомним, проходит единый день приема граждан членами Совета Республики. Во всех регионах Могилевской области сенаторы рассматривают вопросы, взятые на контроль лично ими, и обращения записавшихся людей. Все, что нужно знать. 24 октября прошло заседание Центральной избирательной комиссии.
Палата представителей, напомним, накануне назначила выборы президента Беларуси на 26 января 2025-го. На заседании рассмотрели организационные аспекты предстоящей кампании. Постановлено, будут сформированы 153 территориальные комиссии и более 5000 участковых. Для подготовки и проведения выборов президента образуются территориальные и участковые комиссии. К территориальным комиссиям относятся областные, Минская городская комиссия, районные, городские, в городах областного подчинения, кроме городов с районным делением, и районные в городах комиссии. Они образуются не позднее, чем за 80 дней до выборов, то есть не позднее 6 ноября 2024 года. Участковые комиссии формируются не позднее, чем 30 дней до выборов, то есть не позднее 26 декабря. Национальные наблюдатели на президентских выборах должны аккредитоваться до 20 января. На каждом этапе будут приниматься решения, связанные с регистрацией инициативных групп, выдвижением кандидатов, проведением агитации и голосованием. Документы необходимо подать не позднее 1 ноября, а с 7 числа начнется сбор подписей выдвиженцев. ЦИК уже ведет ряд переговоров со своими коллегами по центральным избирательным комиссиям за рубежом по возможности их приглашения для наблюдения за президентскими выборами в нашей стране. Могу напомнить для нас, коллеги, для тех, кто смотрит нас в онлайн-режиме, что на выборах в единый день голосования у нас в стране было аккредитовано 294 международных наблюдателя. Мы, видя интерес к избирательной кампании в Республике Беларусь, что количество международных наблюдателей может вырасти в 1,5-2 раза. На президентские выборы из бюджета выделят 53 миллиона рублей. ЦИК уточнили, этого хватит, даже если будет 2 тура. 78% денег пойдут на зарплаты членам избирательных комиссий, около 17% на материально-техническое обеспечение. Прорыв года. Анатолий Исаченко посетил крупнейшее предприятие города. Легпромразвитие славится широкой линейкой выпускаемой продукции. Однако звездой дня стало новое производство. Юлия Вернер расскажет, в чем фишка инновационной разработки. Первым делом – знакомство с производственными мощностями. Спецодежда, промышленная рабочая обувь, товары для дома из пластика, швейный цех, разработка и изготовление пресс-форм. Предприятие ни на минуту не перестает развиваться в самых разных направлениях. Главная отличительная черта – безупречное качество продукции. Это производство богато не только номенклатурой произведенной продукции, самое главное – оно богато людьми. Богато теми специалистами, которые здесь работают. Ведь те технологии, которые у них есть, и та продукция, это надо делать на очень высоком уровне. Это должны быть специалисты высокого уровня. И это самое главное на любом предприятии. Есть специалисты, есть производство. Главным пунктом назначения стало новое импортозамещающее производство стоматологических принадлежностей, одноразовых слюноотсосов. Инновационный проект запустили в 23-м. В этом году продукт уже апробируют в Беларуси. Отечественное детище после выхода на проектную мощность в 26-м планируют охватить 64,4% внутреннего рынка. Данная производственная линия является инновационной для Республики Беларусь, так как таких производств еще у нас нету. Вот. И плюс этой линии самый большой заключается в том, что производственный процесс он полностью автоматизирован. Сборка и упаковка готовых изделий происходит в одном месте, как бы в чистом помещении, в соответствии со всеми регламентами и требованиями для данного типа медицинского изделия. Главной целью по-прежнему остается импортозамещение. Современное производство позволяет не только выпускать качественный белорусский продукт, но и существенно облегчать работу стоматологам. Также благодаря внедрению новой линии расширилось и количество рабочих мест. Трудиться могут 4 человека. То, что мы сегодня увидели новую линию по производству слюноотсосов, это один из таких шагов, которые достаточно актуальны. Наши стоматологи уже испробовали эти расходные материалы и достаточно хорошую дали оценку по качеству изготовления. И я уверен, что пройдя все вопросы экспертизы и испытания, данные расходные материалы, они займут, в общем-то, с линейки наших медицинских учреждений достойно свое место. Со своей стороны хочу сказать, что мы поддерживаем вот такое направление и будем поддерживать всех тех, кто заходит с инициативой, с новым производством, с импортозамещением и с рабочими местами.
Поэтому я хочу только сказать слова благодарности и дальнейшего развития. В условиях экономического давления предприятия республики не боятся рисковать и уверенно прокладывают дорогу новой продукции. Игра стоит свеч, ведь качество, доступность и надежность – неотъемлемые бренды Беларуси. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Взялись за святое. Кибермошенники из-за бугра никак не могут успокоиться. Западу сильно невыгодно видеть процветающую Беларусь. Соцгарантии населения, достойная зарплата, пенсии, пособия, льготы многодетным и не только буквально выбивает из колеи недружественные страны. В их понимании мира якобы загнивающая республика должна быть как минимум на грани нищеты. Но не тут-то было. Некрасивый привет прилетел на неделе в филиал обеспечения деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района. В то время как белорусские дети спокойно ходят в бесплатные соцучреждения, получают достойное образование, которое в мире особо ценится, западные деструктивные центры ищут люфты, чтобы напасть. Их цель – обескуражить, заставить стенать, поставить на колени отечественную экономику. Жаль только одно – цель в современных реалиях недостижимая. 14 октября 2024 года была совершена кибератака, в результате которой была заблокирована часть информации. Наша организация занимается в том числе обслуживанием учреждений образования, поэтому эта атака фактически была направлена на наших детей. Приняты своевременно все необходимые меры, вся информация восстановлена. Центр работает в штатном режиме. Все необходимые финансовые расчеты и начисления осуществляются в срок. Чаще всего при атаке мошенников интересует фамилия, имя, номер телефона, адрес, место жительства, электронной почты, пароли. В случае с госструктурой задача аферистов – нарушить работу и сорвать с учреждений побольше денег. Сразу после нападения западные программисты вышли на связь и запросили выкуп за данные 2000 зеленых. Следственно-оперативной группой проведен осмотр компьютерной техники организации. Для изучения изъята электронная переписка, нормативные документы по информационной безопасности в центре. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». В настоящее время следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливается личность виртуального вымогателя. Назначено проведение компьютерно-технической экспертизы. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования уголовного дела. Как известно, с террористами переговоров не ведут. И тут играть по их правилам никто не стал. Тут же было написано заявление в милицию. В дело вступили наши правоохранители. За считанные часы работа системы была налажена. Фокус западных деструктивных центров не удался. Слишком наивно было полагать, что белорусы поведутся на детские шалости. Не зря на республиканском уровне вынесено и законодательство уже. Отдельная контролирующая эта отрасль. Буквально с 2021 года у нас закон о персональных данных вступил в силу. То есть государство наше реагирует на эту проблему, реагируют органы. Мне нравится, что учреждение образования работает непосредственно с родителями, через классных руководителей, через мессенджеры. Смешно и неудобно. За 2 года работы Национального центра защиты персональных данных из интернета удалено более 22 миллионов записей с незаконно распространенными персональными данными. И пусть кому-то не нравится красивая, чистая, процветающая Беларусь в самом центре Европы. Мы были, есть и будем. На зло врагам, на радость людям. Кристина Рианс, Виталий Гаврусев, Максим Калинин. Бобруйск, 360. Чего ждать? Ведущие климатологи планеты направили обращение к мировым лидерам с предупреждением о катаклизмах, которые ожидают Землю в ближайшем будущем. От 44 исследователей лидерам стран Северной Европы адресовано письмо черным по белому. Если не изменить подход к делу, грядет катастрофа. Всему виной коллапс ключевых течений Атлантического океана. Из-за глобального потепления на нет сходит скорость меридиональной опрокидывающей циркуляции, от которой напрямую зависят температурные режимы Северной Европы. На пороге климатического хаоса замедление скорости АМА ставит под угрозу привычную картину за окном. Мощный удар встряхнет Данию, Швецию, Норвегию, Исландию, Финляндию. Несладко придется сельскому хозяйству северо-западной Европы. Аграриям предстоит бороться не с сорняками, а тропическими муссонными системами. Не дает покоя и главная звезда. Мощная вспышка высшего уровня X на Солнце 25 октября в пятницу обрушится на планету магнитной бурей. Ее уровень будет близок к G1.
Обходить стороной прогулки на свежем воздухе не стоит. Легкий променад поможет даже метеозависимым. Тем более погода 25 октября будет благоволить. Днем воздух в Бобруйске прогреется до 11, ночью столбик термометра зафиксируется на 8. И хотя солнечного денька не предвидится, дожди точно не омрачат предвыходное настроение. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Запад взбешен. Попытки изолировать на мировой арене Россию пошли прахом. В Казани на саммит БРИКС собрались десятки мировых лидеров. Противостояние с Западом. Что дальше? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будем вечер. Счастливо!